За пределами республики сформированы 42 избирательных участка. Начато формирование составов избирательных комиссий за рубежом. Бишкекская территориальная избирательная комиссия обратилась к избирателям, временно проживающим или находящимся за ее пределами, а также к политическим партиям страны. Составы избирательных комиссий за рубежом могут формироваться из числа граждан республики, находящихся или проживающих за ее пределами, а также сотрудников диппредставительств и консульских учреждений.